Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды. Лига мастеров 3 звезды. Так, ребята, мне до работы полчасика осталось, я вот решил поиграть чуть-чуть. Так, проверить, на каком я месте. А нахожусь я в данный момент в Лиге мастеров 3 звезды, ранг 45. Надо забрать все-таки топчик, потому что завтра я приду уже с работы, и у нас уже будет понедельник. Друзья мои, там уже будет совсем другой буст. Так, Армагон плюс... Давай Леонардо возьмем. Майки, отойди пока. А зачем я иду в самый конец? Я не знаю, друзья мои, зачем я туда иду. Тут нам сыграть-то всего лишь, наверное, 4 или... Ну, максимум 5 поединков, и все. Блин, еще только проснулся, еще даже, ребят, как говорится, не пришел в себя с работы сегодня, конечно, что-то дико устал. Пришел, сразу рухнул в кровать, ребят, и проспал, ну, почти, ребят, до 5 часов дня. Так, ну что, 39-я позиция. Давай возьмем, наверное, вот эту команду. Да, сегодня будет коротенький такой видосик, потому что особо нам здесь делать нечего. Слушай, а зачем я взял Кожеголового и Макмана? А хотя давай проверим. Давай-давай, проверим, что у них по инициативе. Пускай будут. Обычно мы с тобой берем Армагона, да? Ну, самых таких топовых. Ага, Пит. Ребят, смотрите. Наша команда сейчас вот начала ходить далеко не первой. Ну-ка, Макман добьешь? Надеюсь, добьет. Третий. То есть у него два бойца. У Пита, кстати, очень тоже, ребят, неплохая инициатива. Я вот заметил. Надо это как бы взять на заметочку. Так, ну что мы здесь возьмем? Давай, наверное, вот этот вот отряд возьмем. Возьму-ка я Крынга. Раз, два, три, четыре. Вот такую вот команду. Ну, кто у нас? Ну, Крэнг, конечно же. А, тьфу ты, Майки, естественно. Почему я думал, что Крэнг будет ходить первым? А, нет. Вот теперь Крэнг. Давай, родной. Влупи как следует. Бэм. Ну, не так, конечно, как хотелось бы мне, но пойдет. Давай, сюриками забросаем их. Изи. Ну что, сейчас, наверное, будет у нас либо 14-я позиция. Подожди, 14-я. А хотя, почему бы и нет? 19-я. 19-я все-таки, ладно. Ну что, возьмем Шреддера плюс Ваньку, да? Шреддер, Ванька и вот эти вот ребятушки с нами побегут. Ну что, хламоны, нате вам шипы для начала. Для разминочки. Вот, постепеночка, отлично. Шреддер ходит быстрее, чем Ванька, вы серьезно? 70-ка хоть быстрее, чем Ванька на сотке. Вот так вот, делай выводы. Мне еще нравится у нейтрализатора на хвосте вот этот вот топорик привязанный. Ну что, 9-я позиция? О, да. И значит, у нас последний поединок. На последний поединок можно взять вот Саги, Зек, да, в принципе. Я думаю, что мы справимся. Зэк бросит бомбочку, да, потом Усаги сделает свою козырную вертушку. У них, блин, у них Лео есть. У них есть Леонардо, который может захилять команду. И тогда все пойдет через одно место. Блин, я так и думал, что, ребята, мы не добьем. Хотя, подожди секунду, есть шанс. Давай его накажем. Да что ты делаешь-то, а? Рокзар, ты совсем, что ли? Блин, сейчас, ребята, будет кому-то плохо. Криса завалят все-таки. Ты посмотри. Да, и постепенный урон-то как раз, ребята, вот из-за того, что мы не попали по тому, кому надо. Трындец, вторая позиция. А я-то уже обрадовался, думал, все, сейчас мы закончим. Не тут-то было. Ну что, Армагон, давай выходи. Крэнг, тоже влази. Раз, два, три.
Вот так вот, стоило только одному ребята у нас упасть, и мы фигушки взяли с вами первое место. Но сейчас мы это дело исправим. Единственное, что откаты, конечно, потратили, которые нам пригодились бы уже в следующей серии. Но ничего не поделаешь. Ошибки даже бывают, ребята, вот на таких высоких уровнях. Да, где ты думаешь, вроде бы все будет окей, а на самом деле ничего подобного. Ну что же, вот я и занял первое место. Смотрим, что у нас тут. Ничего нам хорошего здесь не достается. Так, ежедневки давай-ка мы, наверное, выполним. Пройти серию испытаний. Давай выполним. Я специально взял, ребята, здесь Бакстера Стокмана, чтобы его залечить с помощью Леонардо. Главное, чтобы успеть залечить. Так, ракеты. Пока будем все массовые атаки применять. А здесь у нас... О! Давай-ка, Лео, залечи наших бойцов. Отлично. Ну а теперь пошли массовые атаки. Кожеголовый. Так, я думаю, что, наверное, все-таки... Блин, давай, наверное, нейтрализатора уберем. После Пиццелицева. И уже в конце Джастина. Все расписали как по нотам. Ну что же, серия испытаний пройдена. Теперь нам остается лишь сразиться в сложных боях и в режиме кампании. Так, для этого мы берем... Кстати, у нас сколько мутагена? 21 тысяча. Маловато, да? Нам нужно еще, ё-моё, еще 8 тысяч. Ладно, майки. Что нужно нам для того, чтобы тебя прокачать? 12 вот этих вот знаков. Короче, 9 пленок с катушкой. Давай искать. Одну нашли. Так, вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Шестая, говорю. Седьмая. Восьмая. Еще две. Девятая и последнюю. Дайте, пожалуйста. Все, ребят. Так, пленки с катушкой у нас. Блин, я даже перебор небольшой сделал. Так, и 12 номеров. Но это уже, наверное, в следующий раз будем делать. Так, поднять уровень персонажа. Блин, 23 тысячи мутагена. И мутаген-то мне негде взять-то сейчас, а? Ну ладно, придется тогда. А хотя мы майки, наверное, и прокачаем, да? Опа, 63 уровень. Даже можно ему 64 сделать. Ладно, не будем пока. Так, здесь забираем свои награды. Все. Заходим в испытание. Поехали. Так, 6 долларов. 30 жетонов. Еще 30 жетонов. Снаряжение Клан Фуд. Так, золотые осколки. Карты. Опять карты. 30 жетонов. Есть. Эксперт снаряжения. И опять же, ребята, сыр каёк. Так, а здесь попробуем тогда потратить нашу пиццу. Кружка. Так, шинигами. 50 жетонов. Еще 50. Ребят, этого уже... Итого уже у нас 270 жетонов. Вот так вот потихонечку, полигонечку мы с вами накапливаем определенное количество и уже потом приобретаем ДНК. А в данный момент нам нужно ДНК и на слэша. Вроде бы и все, да? Да, ребят, по-моему, больше нам здесь делать-то и нечего. Да, я вам говорил, что серия получится коротенькая, но она предназначена для того, чтобы завтра уже в понедельник
И я не бежал как сумасшедший к монитору и не смотрел, а на каком же я там месте? Они скинули меня? Нет, не скинули, потому что я теперь уже в топчике сижу. Как ты видел, за сутки практически меня скинули только до 45-й позиции. Теперь они меня, ну, максимум тоже до 45-й скинут. То есть в любом случае мы уже перейдем. Не то, что перейдем, а мы получим с тобой полностью 75 платиновых осколков. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.